Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре радость для любителей мощных удилок, для любителей ловли карпа, щуки, сома на поплавочную снасть. Это новинка этого года от компании Colmic. Называется удилище Max Fight Pro. И сразу вам скажу, что официально производитель заявляет о том, что это удилище выдерживает на вываживании 9 килограмм. То есть тест, как вы хотите, так и понимаете. Left up 9 килограмм, кто-то поднимает подъем. Да, я 9 килограмм не отрывал краном от пола, вот, но, в общем-то, действительно удочка впечатляет. Поэтому, кому нужно мощное удилище, о котором можно не задумываться о поломке, которое выдержит практически все, это вот, пожалуйста, от компании Colmic, новинка 2024 года в России, Max Fight Pro. Удилище выпускается в нескольких длинах, 4, 5, 6 метров. У нас здесь представлена пятерка и шестерка. Несмотря на то, что удилище, в общем-то, мощное, и, как правило, такого плана удилищ делают из недорогого, практически бюджетного, или даже стик-карбона, или даже стекла, то здесь это все-таки карбон. Карбон настоящий, качественный. Порядка 30 тонн. Точность так же, как и вся фурнитура. Катушка-держатель коксин. Точности также очень качественные, настоящие кольца японской компании Fuji. То есть здесь более того, рама сделана кольца так, что она еще препятствует запутыванию. Далеко не на всех баллонках, я там по пальцам, наверное, одной руки могу пересчитать, какие баллонки снабжены такого плана кольцами, противозахлестными фактически. То есть здесь рама кольца сделана таким образом, чтобы она на себя не напутала леску. Дальше. Хлыстик, как и на всех фирменных баллонках, ну, на большинстве, скажем так, хлыст, на хлыст не наклеен тюльпан, не одеты разгрузочные кольца. Они поставляются отдельно в пакетике. Вы, соответственно, одеваете на хлыст два разгрузочных кольца и на клей секунда, момент, желательно водостойкий, клеите тюльпанчик. Дело 30 секунд, и, в общем-то, удочка готова к работе. Сделано это для того, чтобы в период транспортировки, когда с завода едет, там трясется в фурах, еще где-то, да, она, у вас не было поломки хлыста. Если этого не сделать, это часто бывает. Дальше идет одно разгрузочное кольцо на втором колене. На третьем колене еще одно разгрузочное кольцо. И дальше, в общем-то, стационарные кольца. Обратите внимание, что помимо достаточно толстых стенок, здесь еще все абсолютно колено усилены специальной армирующей лентой, это раз. Во-вторых, на каждом колене есть простановка жесткости колен по, скажем так, ребру. Соответственно, здесь вы можете их выставлять стрелочками, указанными по направлению, да, совмещать их, и вы получаете идеально жесткий, мощный строй, потому что такого плана удилища, по правилам заводов, которые в этом, в общем-то, понимают, а есть заводы, которые понимают, а есть, которые не понимают, да, вот те заводы, которые понимают, они специально надорно льют отдельные колена таким образом, чтобы потом их совмещение привело к максимальной не только жесткости, но и надежности. Поэтому вот это совмещение, оно, в общем-то, необходимо, пользуйтесь им и будете ловить, то есть удилище выдержит действительно ту нагрузку, которую заявил производитель. Как я сказал, кольца Fuji. Ну, сам, как вы видите, кстати говоря, эта обмотка армирующая даже идет на самом колене, на самом комлевом колене, то есть она прощупывается рукой. Тест указан 100 грамм на этих удилищах. Здесь у вас оригинал, что называется, удилище оригинал, оно запаяно в такой вот
пленку специальную для того, чтобы, в общем-то, была ее защитная, она служит как защитная пленка, плюс еще гарантия того, что их ей никто не ловил, никто ее не открывал, поэтому вы получаете при покупке у нас такое удилище именно в такой пленочке. Кольца закрывает вот такой чехол. Жесткий, прочный, надежный чехол. Важный момент еще. Так как все производители заявляют одну длину, а по факту эта длина, как правило, короче, то я у себя на сайте Multifish всегда пишу данные честные. Не просто как большинство подавляющих магазинов копируют из каталога то, что есть, и часто это очень бывает не так, что там написано, и очень сильно отличается от реальности, да, реальных показателей. Поэтому заходите, пожалуйста, по ссылке в описании под видео, непосредственно в раздел этих удилищ, и вы там увидите не только честные веса, веса там, да, транспортной длины, ну, скажем так, самых главных, основных, но и, допустим, диаметр комля, длина рукояти. Эти вещи я тоже измеряю, и их туда, количество колец, и их туда заношу. Скажем так, по поводу длины, фактически, 487 у пятерки и 585 фактическая длина у шестерки. То есть, не сильно обрезали, в общем-то, более чем абсолютно приемлемо. Ну и по весу 335 грамм весит пятерка и 450 грамм весит шестерка. Я думаю, все сказал. Давайте мы перемещаемся в зал, раскладываем уже под нагрузкой, смотрим строй. Друзья, Max Fight Pro 5 метров, смотрите. Мощная, просто вот в руках держишь. Приятный строй, но чувствуется такая мощь, я вам скажу. И при этом я не могу сказать, вот я сейчас, смотрите, не знаю, видно в камеру. Вот я сейчас именно где катушка держателя рукой держусь. Ну, отлично, отлично. Жесткая, мощная палка. Это не сопля, не шланг, как многие. Смотрите, вот я двумя руками, видите. И вот мы напрягаем. Но вот я даже упираюсь. Естественно, там у Константина поменьше нагрузки, чем у меня на комере. Видите, мне приходится уже упираться двумя руками. Ну, соответственно, тест поднятия вверх. Left up. 9 килограмм. Сами понимаете, это не шутки. Но вот шестерочка. Шестерка в руках потяжелее. Да. Ее уже так просто долго не подержишь. Лучше с рогаток, конечно. Ну, как бы на живца, на карпа что-то такое. Положил, забросил, и уже можно не переживать. Вываживать фактически в упор в живот под нее можно покупать и вываживать. Давайте нагружаем. Ну, смотрите, то же самое. Мощная, хорошая палка. Кому нужна такая мощь, это вот это. Притом от именитого бренда. Итак, друзья, посмотрели. Важный момент, что должен сказать. Обеспечение запасными частями. Кто еще не знает, то по программе лояльности нашего магазина Multifish, такого не делает никто, мы предоставляем две запчасти в год бесплатно в период проведения такой акции. Условия читайте в разделе программы лояльности на сайте магазина Multifish. Если коротко, покупка должна быть совершена в нашем магазине, и человек должен быть подписан на три социальные сети: Telegram, ВКонтакте и YouTube. Ну, более подробно прочитайте, пожалуйста, на сайте. Все вышесказанное не является публичной офертой, так как мы можем прекратить такие акции в любой момент, но 3 года мы их уже проводим. Более того, мы предоставляем бессрочную гарантию на все удилища, купленные в нашем магазине Multifish на заводской брак. Чехол простенький, синтетический, не впитывающий влагу и не впитывающий, соответственно, запахи. Ну вот на таких завязочках. Недорогой абсолютно, но качественный чехол. В общем-то, как транспортировочный его можно использовать. А так, конечно, лучше удилище привозить в более жестких правильных чехлах. На этом все. Пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Лайк, так называемый. Кнопку подписаться, кто еще не подписался. И спасибо вам большое за просмотр.